К другим темам. С 1 апреля в Кунгуре изменился проезд в общественном транспорте. Цена выросла на 3 рубля и составляет сейчас 22 рубля. Такое повышение стало достаточно неожиданным для многих кунгуряков. По словам местных властей, на такой шаг пошли для того, чтобы сохранить детский проезд в 12 рублей. Но действовать эта льгота будет лишь для учащихся с 1 по 6 классы. Сейчас типография Кунгура готовит новые ученические билеты. Уже завтра они должны быть выданы городским школьникам. Однако с возобновлением школьных льготы, несмотря на увеличение стоимости основного проезда, согласились лишь 3 перевозчика из 4 существующих в городе.